Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А всем остальным приятного продолжения просмотра. The purpose of education is to replace an empty mind. Стреляющая фигня еще бегает. Опять тут. Так, а когда я смогу плавать? Позволяет всем сухопутным. Вот следующим ходом надо будет этого чувака на воду спустить. Союзы. Грузин, свистни, когда союзы откроешь. Так на следующий ход. Ну, предложи тогда экономически, я думаю. Военный союз. Я хочу с Шотландией военный союз. Шотландия. Шотландия. Я тебя слышу. Мне Лёша предлагает военный союз. Ты дашь мне союз или нет? Ну, давай. Все, кидай дружбу. Годи, отмени. Сейчас же я союз. Блин. Так, в Кумасе водяную мельницу. Накинул. Так, а, Лёша, какой у тебя там еще остался? Я могу другой дать тебе союз. Ну, какой религиозный, нафига мне религиозный? О, отлично, религиозный, давай. А, научный еще можно. Вот, видишь. Караваны к тебе не доедут. Грузия, кишащая отдельно на этой карте расположена. Ну, не совсем. Мы уже стали с ней граничить, как я Кумаси захватил. Ну да, ну первоначально как бы тут вообще ничего нет. Только он. Хотя территория у нее. Грузия, а ты какой союз? А у тебя нет союза. Территория, конечно, так себе. О, почему нам сразу карта открылась? Вот почему? Потому что я Кри. Да, все, окей. Спасибо. Это моя особенность. Голландец, конечно, без микрофона играть. Договориться ни с кем не можешь ни о чем. Есть микрофон. Вау, есть микрофон! Он живой. I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder. Modern shipbuilding. We can no more have exact religious thinking without theology. Так, ставим обратно. Два влияния в ход. Может, экономику какую другую? У меня нету три. Международные торговые. Бонусы у кампуса тоже нету от соседства. Хотя там есть. Ну, блин, наверное, все-таки стоит взять этот. Так, у меня 74, а станет 82. Ну. Ничего такой приростик.
Так, я даже больше всех по науке у меня. Внезапно. Так, давайте, наверное, промышленную зону даже построим. Так, ну надо начинать уже нападение, я думаю. Гаси. А, у него сила намного меньше, чем у Кумаси. Поэтому так быстро. Блин, мне буквально чуть-чуть не хватает захватить его. О, Шарма погибнет? Блин. Лет, Азма. Ну да. Я так обрадовал. Тебе нужна была религиозная ГГшка? Конечно. Блин, они уже все походили. Я уже все исследовал, оказывается. Так, библиотечка завершена. Мастерскую построим. Здесь кампус. Через два хода можно будет гавань строить. Хочу просто в каравеллу. А, для каравеллы мне надо две гавани. Ну, два хода. Я картографию поизучаю. А вообще гавани мне вот тут в Микисе Вацак надо построить будет. Вот здесь. Три хода пускай. Так, амбар построен. Давайте. Кампус, центр коммерции. Где? Вот. Полечимся пока. Да, арма вообще быстро падает. Да, надо будет голландца захватывать. Идти в кавалерию и брать голландца. Create with the heart. Давайте прокачаем юниты немножко. Все равно город сейчас будет взят. Одного
всадника надо не забыть оставить, чтобы город захватить. Вот этого. Так, где мне имеет смысл еще, например, так, лояльность, во-первых, идет от грузина, но я думаю, что Кумаси далековато находится. То есть, в принципе, можно еще вот тут город поставить. Один. Ну и все. И можно голландца захватить. То есть Утрехт и Амстердам вполне мне в тему будет. Армии у голландца сотни. Ух, 743, а что-то я ломанул. Ну, 100, видишь, молодец, 100. Что там Поленке дает? Если есть кампус, город растет быстрее. Ну, вообще можно, я бы, наверное, так. Давайте в Брюссель 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, я все города государства нашел. Так, поторговать у меня есть красители. Лишние. С Грузией нечем, с Голландией не хочу, с арабом. Араб, у тебя какой-нибудь двойной ресурс будет? А, у меня вроде мрамор. А, его надо починить. Ну давай я с тобой мрамором прогону на красители. Не стоит тут город ставить, его можно поставить, но нету смысла, например, лучше здесь поставить город, чтобы соединиться с городами голландца. Ты то лучше будет. И нападать на голландца, собственно. Сила 54, то есть мне надо идти в бомбарды и кавалерию. Политический строй, акведук нужен, три лучника, что у меня нету? Трех лучников, одного убили, для меня вообще уже один только остался.
Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Здесь и здесь. Лечимся. А, блин. Повышение было. Так, вот надо будет воклинг опять. Надо такой австралиец снизу еще место было. Ну там нет, не мест. Там же пустыня. Снизу? Нет, остров. А, вот и остров. Там. Остров, может быть. Если бы он туда убежал, я бы его не достал никогда. Да у него вообще неплохое место для обороны, прямо скажем. Вот ему, например, справа от горы поставить военный лагерь. Вот где Сидней. Там по одному юниту поставить. Вот как ты вообще взял, интересно? Много-много юнитов. А я моментально забрал Сидней Мельбурн, он из Камберры шел, у него вот это все место было в лучниках, я их просто вырезал, занимал места, чтобы он новых не мог поставить. Я не понимаю, вот слева от Сиднея поставить, ты этими колясками, да, шел? Нет, лошадьми. А чем? Лошадьми. То есть тут копейщика поставить на холме рядом с Сиднеем, и справа две клетки. Ну, смотри, я с нахрапа взял Мельбурн и Сидней, у него не было юнитов тогда. Ну, конечно, у него не было юнитов, он не смотрел за твоей силой. Так бы он посмотрел, подумал, ага, он на меня будет нападать. То есть ему по-хорошему 3-4 копейщика важны были бы. Да не было у него такого. Ну, не было, да. Не было. Так, университет, два хода до 10 жителей, чтобы гавань тут построить. И у меня все еще стоит на 50%. В Грузии, как всегда, все клетки 2-1. Ну, на старте. Вот кроме Руставии, разве что. Ну, давайте тогда еще всадников тут. Я помню, игру за Грузию играл, а он то же самое было. Просто появляется вот в этих. В море клеток. Цель одна. Хотел он там еще 1-3 есть, еще более-менее. Не, у меня уже 11 очков. Серьезно, книжки продаю, ребят. Три книжки на продажу. Сколько ты хочешь за них? Сколько у тебя есть? Не, спрашиваю, сколько ты хочешь? Золото 250 хочешь. Чё-то много, не, за штуку? Торг вместе. Я думаю, 150 это приемлемая цифра. Мы на 200 сойдёмся. Как There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Так, ну вот тут везде до трех надо доводить. Согласен? Ну, не сейчас, возможно, чуть позже. Зачем тебя не позже? Позже у тебя и так будет фига культура. Чуть позже, а не через 20 лет. Так, этого надо
В Кумасе отправить. У меня места под них нету. Ну, я так понимаю, что шотландец не собирается воевать с голландцем, я думаю. Придется мне, придется мне. Слушайте, а вы вот друг друга видите территорию? Как бы через меня? Да. Ну, открытую карту, да. Нет, не открытую карту, я просто вижу еще все ваши юниты. Вот видите ли араб, нет. Шотландца, шотландец, араба юниты? Нет. Нет, этого не видно. Я только вот возле твоего разведчика бегаю. Вижу. Я понимаю, что Канберра немножко умрет. Но ее сжечь нельзя, так что не знаю. Надо. А, она потом может отвалиться, и ты ее перезахватишь. Прикольно. Слушайте, там под Канберрой реально как бы остров такой неплохой с хорошими клетками. Ну да. Ну, во всяком случае, там, где варвары стоят, очень неплохой город можно было бы поставить. Ну да. Не многовато, блин. Блин, или уже не ждать две гавани, просто открыть эту картографию. Апнуть в каравелла, и там мне дальше надо... Что? Почему я... А, да, я для исследования вот две каравеллы. Да, так и надо. Не будем откладывать ничего. Здесь библиотека, амбар не нужен. Древние стены, водяная мельница. Ну, фарусский маяк. Ну, так вот, колосс, конечно, неплохое. Колосс мы поставим. Здесь вообще ни одного этого не построено. Блин, и все на еду, главное, стоит. Сорок два, это что у нас? Это мушкетеры? Ответ на мушкетеры? Все ответы. Ну, да. Сила города 42, это мушкетер? Нет, не мушкетер, это рыцарь. Пойдем, бьем его, шотландец. Да, голландца уже обогнали по науке. Уже давным-давно. Ну, у тебя есть кампус. Я не против кампуса забрать себе и догонять наук. Просто ты слабый. Чего бы воспользоваться этим? Слабый и вкусный. Да, надо попробовать Утрехт и Амстердам захватить. Арма фиговый в плане производства город, конечно. Знает, что тут строить. Not all who wander are lost.
Раз каравелла. Два каравелла исследования. Ускорено. Так, мне нужны лучники, как оказалось. Причем две штуки. Вот я уже и гавань могу построить, но буду лучников строить вместо этого. Пошел апгрейд, мечники, арбалеты. Кого? Не скажу. Мы же с этим правилом, да, который там тараны запрещает возрождение. А что, они разве работают? Они же давно не работают. Работают. Нормально работают. Серьезно? Прям до сталеварения работают. Что это был все большой обман. Ну мы с ним, да? Почему ну, я так подразумеваю, ну думаю, что да. Да, да. Чего от него отказываться? Где может еще пару катапульт? Храм Махабодхи, ты планируешь что-то тоже с верой делать? Да мне просто надо укрепить вербу. А у меня мало. Крестовый пойдет. Или у тебя уже защитник? У меня защитник. Давайте селитру откроем, акведук. Мне нет где построить. Ну, надо в кавалерию идти, в бомбарды. Что мне надо? Мне три лучника надо. С шестью политиками я сейчас приму. Оружейную надо построить. Сначала, блин, ее надо открыть. Так, два универа надо тоже. Ну и рыцарь нужен. Кстати, кому лисица? Это я и сам там не помню. 48 стал все это эти мухи. Наверное, мухи и пушки. Блин, а чё у меня так много? Армия такая огромная. Пора, Лёша, каву делать и забирать в Голландию. Так у меня и с наукой неплохо как-то все. Ну, да. И вообще мне как-то все неплохо, на удивление. Как-то ты на победу идешь, мне кажется. Да, пора объединяться уже. Уже начали. Ну вот сейчас через Голландию объединимся. Да. Все дружно. Там и встретимся втроем. Еще один лучник нужен. Ура!
Голландец, ты, я так вспоминаю, ты вообще не собираешься армию строить, вообще, в принципе. Все равно заберут, что право тратить. Я не знаю, ну хотя бы военные лагеря построй. Просто даже неприлично как-то. Все, крик, красавчик, всю карту видно. Да. В нормальную эпоху. Блин, я лучше лошадей обработаю. Уже много времени, уже, кстати, можно будет. Что можно будет? Можно будет грузить и ставить таймер. А-а-а. В ближайшее время. Ну давай посмотрим, как мы, сколько мы обычно времени тратим на ход. Ганс, я тебе дружбу вообще предложил. Ты решил не пилить голландца? Я не смогу потом догнать вас. Ну а мне, конечно, его пилить имеет смысл только на кавалерии. Явно, что не всадниками. Я просто ему, чтобы он напрягся, как-то что-то по делу прибежал. Союз закинул. Отлично. Ребят, серьезно, ни у кого нету военного лагеря, кроме меня? Это что да. Такое происходит? Военный лагерь для лохов. Для слабых духом, да. Мы верим. Я все. Понял. Веровал, уверовал. Главное, вера. Селитрой она у меня есть. Здорово. Ускорили машиностроение. Давайте его, наверное, откроем. Потом в замки пойдем. Так, и два универа надо построить. Так, сейчас оружейную надо строить. Так, мастерская закончится, тут оружейную будем. Что вообще эти хотят? Торговый путь. Божественное право, это вряд ли военная тактика. Божественная прама, два храма я не смогу сделать. А военная тактика где? А, или это осадная тактика? В принципе, может получиться. Так. Вау, теократия. Не часто видишь. Игра экспериментов. Не, за Аравию там классно, да, надо играть. Да, за любые нации сейчас можно играть. Вверх, намного лучше стал. За Аравию вдвойне.
I'd imagine the whole world as one big machine. Machines never come with any spare parts, you know. They always come with the exact amount they need. I'd imagine the whole world as we shall not cease from exploration, and the end of all our там, Араб, ты книжки-то продаешь? Ну... Или уже все? Сколько ты хочешь? О чем ты берешь? По 175 или по 170, вот. По 160. 160, нет, по 160 не продаю. Когда-нибудь я построю свои. И очков много. Может, великую библиотеку закинуть? Кругосветное плавание сейчас сделаю, надеюсь, первым. Ну так а ты сколько хочешь? Ну по 200 я могу у тебя купить как бы две. По 200? Ну это предел. Ну давай. Озарение военное, тактика, не защитная, а военная. И положить... Ну, Воклинг я не могу положить, торговый путь, он просто очень... А, это Брюссель, стоп, а где Воклинг? А, Воклинг, может быть, и смогу. Так, военная тактика. Что за военная тактика? Удивляюсь, как до сих пор запретка не построена. Видимо, она никому не нужна. Копейщик, только да. Науки у людей без пытки нет.
9 ходов, и мне до золотого века нисколько не хватает. 5 очков. Фигня в Кабул бегала. Давайте теперь, не знаю, в Батуми, в Данди могу. Давайте в Батуми. Маяк не надо мне. Разграбление улучшения ранее дает бонус к вере. Разведывательное управление. Да, разведывательное управление надо будет. Мобилизированные войска плюс 4 к боевой мощи. Ну, это все странное, конечно. В этих правительствах разведывательное управление самый лучший вариант. Я не знаю даже смысл брать что-то другое. Открыты. Что тут дальше? Оружейная, два универа. Ну, пока книги печатать, наверное, пойду, а потом порох, по идее, должно открыться к этому моменту. Ну, два универа вот уже сейчас будет, я достраиваю универ. У Качечки шпион в Окленде, а у Грея, ну не шпион, если этот губернатор, а у Грея в Вавилоне. Да. И не поспоришь вообще. Какие-то проблемы, офицер? А шпионов куда посадили? Это шпион. Ты бы видел шпионов, если бы они были. Ну их еще найти как бы надо, просто на карте. Ну там просто заметно. А, хотя у тебя есть со всеми союз, да, там сложнее намного. Ну, вам мне не очень нравится. Идем в кавалерию и... Мало промких городов. Не, и забираем вот эти два города голландца. Вот это мне не надо. Роттердам, Маастрихт, нафиг надо. Мне Амстердам и Утрехт. Все. Rocks in my path. I keep them. Печатание и астрономия. Самое это неверное здоровье. Так, оружейное нужно. Бель-Баркал. Мне нравится чудо. В шести клетках производит веру. Он понадобится все равно. То есть вот, если я тут поставлю, то в этом городе. Раз, два, три, четыре. В этом городе. И в этом городе. Вот. Поэтому...
более можем просто не отдать это чудо тому же арабу или шотландцу. Так, куда бегала в Микисе Вацик? Повторно положить. Мне вообще надо в арму еще караванчик какой-то определить. Неплохо прокачиваются в Микисе в Вацике, но нету смысла. Там у меня во всех городах есть и довольство, и жилье, и надо их продолжать прокачивать. А вот лишние караваны к соседям отправлять на деньги. Так, сколько ходов? 8. Очков мне надо 5. Ну, должен смочь в золотой век выйти, мне кажется. Тут одно чудо, второе чудо. Арма. Фиговатый город, конечно. Тут производства нету практически. Вот надо вот эти холмы, наверное. Вот так сделаем. Так, здесь у нас что? Еда, производство. Вот в столице такие все клетки. Вот в столице мало клеток просто. Наверное, вот эту клетку еще надо бы тут прикупить. И обработать тут равнина. Так, давайте купим. Строителя. Блин, что это вы оба в теократию ломанулись? Меня это пугает. Игра тестит, тестит. Построил в новом. Ходов 7. Меньше великого человека. Ничего себе, там Алексей вармонгер, конечно. Ты 1000 мощи неапнутых всадников. Да, сейчас захавай всех, захватим. Да я вообще не понимаю, почему. То есть я фиг знает сколько уже не строю нифига. Но почему мощь увеличивается, при этом мне не очень понятно. Он это просто крут. Может, на мощь как-то еще не только юниты влияют, но и там всякие здания.
Не должно такого быть. Так, флотоводец. Торговец может как-то пытаться ученых и торговцев заполучить всякими инвестициями. Ну, сейчас у меня это закончится. Этот толстяк очень классный, мне нравится. Этот с оракулом, комбо-вомбо. Как мужчина? Как мужчина вообще. Шотландия крепостное право принимает. What gunpowder did for war, the printing press has done for the mind. Порох ускорили, отлично. Что у нас там следующее? Что надо ускорить следующим? Да ничего не надо, вот ее. Две бомбарды я создам. Стройте на своей территории два форта с помощью... Так, мне надо будет военный инженер, значит. А, стоп, так а нафига? Ну, мне летит все равно, надо еще бомбарды улучшить. Потом мы сюда пойдем. Так, мне нужно рыцарем кого-то убить. Для этого мне нужно рыцаря построить. Здесь варвары вообще-то есть тут? Во, варвары. И военным... Тут я военным инженером стал. Ну вот. И пробуем. Я просто плаваю. Да. Надо узнать, что мир круглый. Начинается золотой век, дружище. О, я первым совершил кругосветное путешествие. Мы все его совершили. Поздравляю. Да, только вы получили плюс 4, там сколько, плюс 3. А я плюс 5. 3. Охренеть, нафиг мне было ваше кругосветное путешествие. Ё-моё, это просто ужас. Ну, я на торгу не нужно. Так у меня теперь вообще фейл, у меня опять будет нормальный век. Потому что нельзя. Союз заключать. Потому что нельзя. Всех убивать. Да, потому что нельзя быть в союзе с таким красивым, как я. Ну да. Кстати, а вы видите северное сияние? Нет. Вот верхний... Ну, мою каравеллу найди, которая в самом верхнем углу. Ну, в самом верху. Нашли? Не вижу. А, вот, да. Окей. И вот видите сверху от него северное сияние? От нее. Нет. Так и есть. А, есть. Аврора, супер. Знаешь, вот ровненько 79 из 79. Четко. Так у тебя еще 6 ходов в золотой век попытаться. Знаешь, откуда? У меня 82 из 82. Круто. Ну, у меня 88 из 88. Энда 12 очков где-то взял. Шпиона мы сейчас посадим в Нидерланды. Можно. Чтобы увеличить видимость шпионскую, чтобы у нас были. А, кстати, не дешевых чудесов против голландцев. Когда я сейчас в порох выйду, да, у меня будет очки. А там никуда не выйду, там уже очки получил. Можем попробовать библиотеку построить. Интересно, чудо выглядит. Глаз Сахары. Я еще этот шоколадный глаз Сахары не видел ни разу. Вот он. Да, так и называется? Да. Какое-то бессмысленное сомнение. Занимает 3 клетки. Что дает? После перехода в эпоху атома. Ну, то есть в эпохе атома она будет какую-то науку давать. Ну, как-то бессмысленно рядом с ним что-либо ставить. Какой-либо город.
На него Петра действует, по идее. Если вот сверху, надо справа от Азиса поставить, нормальный город будет с Петра, если он будет, конечно. Ну да, если Петру бы... Надо было построить, если бы шотландец ее не рашил. У нас это игра каких-то бесполезных чудес. Чудес природы ты имеешь в виду? Да. А какие еще есть? Глаз Сахары. Какой еще есть? Вон в Данде у меня чудо. Собор Василия Блаженного будешь строить? Это не то чудо, которое надо было посмотреть. Фаросский маяк. Тебе нифиг это делать, очень хорошее чудо. Маяк очень хороший, чего мне нравится маяк. Чем? Ну, плюс одно перемещение и очки, да. Флотоводца. Ну и что? Быстро перемещаешься. Быстро перемещаешься и флотоводца получаешь. Ну, что не так-то? Так. Это я получил торговца за счет постройки колосса. Так, блин, я никак не использую лян на самом деле. Давайте тут 100% очков великих. Слушайте, а третий уровень это что сейчас? Это когда три повышения получаешь или вот этих у губернаторов, я имею в виду? Да. Когда вот до последнего типа доходишь или ну, как? Да, наверное, до ульта доходишь тогда. То как бы я считал, у тебя губернатор изначальный, он у него первый уровень, потом ты второй и третий, как бы вот так. Я не знаю, как правильно. Мне кажется, что когда ульту берешь, тогда ну, повышение последнее. По идее же третий уровень, это значит, он, у него три прокачки должно быть всего лишь. Неважно, из каких веток. Так, ну ладно, я почти вышел в золото. Так, надо тут собирать уже всадников, чтобы апгрейдить. Стояли и хватит. Так про чудеса-то вон видели еще чудо в центре карты какое? Оно даже не сразу понятно, что это чудо. Где? Возле какого города? Ну где мой этот Данди стоит? Чудо природы. Вот это разноцветное такое. Угу. Фига себе, дает. Ну нифига себе. Вы видели чудо какое там? Дает плюс 2 очка торговца великих и плюс 2 очка генерала. Сильно. Кумар Кандам. Варваров открыл. Да, мне же надо рыцаря. Не забыл про рыцаря. Вот тут построим.
Ну, за религию великих людей можем покупать. Тут он еще мне свою религию грузит. The real use of gunpowder is to make all men tall. Шотландия, Аравия, Грузия, православие, трудовая дисциплина. Ну, так. The real use of gunpowder. Так, мечника апнем. А, я еще не обработал селитру. Ну, у меня тут без дела стоит, блин. Забыл про него. Ну чё, кто в гольф в Шотландию? Чё ж я? Уже всё готово, можете подъезжать. Сейчас. Блин, конечно, я не люблю такие подставы, когда у тебя... ты ставишь города, вот я ставил города на побережье из расчета, что это будет какой-то выход в море, а это оказалось внутреннее море вообще. Беда. Я поэтому и спрашивал, можно ли как-то морские юниты перенести. Боже, араб! Ты... Слышишь, Грей, посмотри, как уже Качечка, блин, порасселялся. Сколько у тебя городов? 14, блин. 14 городов, нифига себе. Это с Брюсселем. Мне не нравится, они очень плохие. Ну, я не знаю, как он будет это все содержать, там один континент, ни Колизей, ни... У меня карточка плюс 1-1 есть. Ну, есть, конечно. Еще одна карточка. Не вытащил. Ну, почему по варенке поставил? Если они будут в 10, там будет 4 счастья. 4 счастья это сколько? 3, 5, 7, 9. 4 счастья это 9. И плюс какие-то люксы. То есть до 11 можно их дорастить.
Еще он всадники забыл. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never remembers her age. Один ход менять научу. Кто? Это я, чтобы вам теократа не досталось. А что ты собрал? Там жебель баркал. Не, неплохое чудо, кстати. Плюс 4 веры в 6 клетках во всех городах. Ну, не во всех. А. Мне бы оно действительно зашло. Зачем у тебя надо забить? Тебе и так норм. Что-то я с перепуг очень много чего сделаю, сейчас у меня будет больше сотни очков. Тут где-то вроде мне показалось, или были какие-то варвары. Ну, в общем, вот там варвары. Наверное, есть. Я очень бы хотел, чтобы они там реально были. Я вот это смотрю, я прям боюсь, когда эта соловина апнется в каву. Хотя там вот уже есть эти стрельцы-пикинеры. Там это где? В Голландии. Боюсь, 100 мощи все равно не хватит. Ну, может он все-таки построит что-нибудь? Карта дурацкая, ужасная. Эти озера. Грузия, где твой этот? Темпломайер. Не знаю. Ну ладно. Где-то. А где твой темпломайер? А у меня... Вот, у меня тоже можно построить. Серьезно. А я что-то австралийские земли не заценил еще пока, понимаешь? Да некуда ставить, там будут сейчас рыбные фермы. Ну да, темпомай вместо одной фермы, это конечно никак. Там миллион лет будет строиться, говорю, фиговые города, не производственные. Для Австралии это хороший. Плюс 12. Нет, для Австралии как бы такое себе тоже. Ферма на холмах строится или нет? По-моему, да. Не везде вроде как строится. Вот оно что-то. Ну, если строились на холмах, то туда хорошее место.
Просто Камбера так странно стоит. Я, по-моему, еще не на железе. Пусть мы на клетку правее, вот именно так, чтобы ее четырьмя галерами можно было убить. Проиллюстрирую почту, потому что причина дипломатическая видимость добавляет силу юнитам. Поэтому это имеет смысл делать. Так. Ну фиг знает. В принципе, этот город Танберт нормальный. Национализм. Шикарен, шикарен. Ну, мне казалось, если бы я ставил, наверное, на железку поставил. Содержание бонуса проверить, от кампуса торговых путей. По старинке, чтобы вот одну клетку можно было брать. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!